Всем привет! Привет, ребята! Вы на канале «А ну-ка, давай-ка»! Баффи, знаешь, что я сегодня купила? Что-нибудь вкусненькое? Ну да! Уже лето, и все наши друзья отдыхают. Ходят гулять на улицу, в парк, ну и в знаменитый ресторан «Макдональдс». Ну так вот, и я захотела коробочку «Хэппи Мил», и Андрей нам с тобой ее купил. Ух ты! Там внутри вкусняшки! Должны быть вкусняшки и игрушечка. Надеюсь, мне попалась одна из поняшек, нарисованных на коробочке. А я надеюсь, там вкусняшки. Ну давай проверим. Эй, погоди, комментарии же надо посмотреть. А, точно, давай посмотрим. Друзьяшки, вы такие классные, написали нам целую кучу поздравлений, нажелали кучу приятностей. Спасибо вам. Я, правда, не очень хорошо читаю, так что комментарии мне читают Анюта с Андреем, и я радуюсь каждому из них. А какие вы рисуночки присылаете нам в группу? Это просто волшебство! Вы же настоящие художники! Да, ребята, спасибо большое! Оставайтесь всегда такими добрыми и милыми! Ну что, Бафёныш, пойдем смотреть, что там нам попалось? Так, я немножечко подсмотрю, что там такое. Так, что? Эй, что это? Это вообще не пони! Это Angry Birds. Пони, конечно, больше хотелось, но птички мне тоже нравятся. А мне пакетик нравится. Этот, что ли? Да, да, давай его сюда. Эй, куда он делся? О, игрушки. Я люблю собирать конструктор. Тут инструкция есть. Сейчас я разберусь тут, что к чему. А может, лучше я? Ну, давай ты. Вот так вставляется птичка в стрелялку. А коробочку ставим на подставку. Так, и огонь. Ой, что это было? Мощный выстрел, я не ожидала. Я тоже не ожидала. Сейчас я разберусь с этой птичкой. Анюта, держи. Ой, спасибо, солнышко. Ты можешь поиграться. Да? Спасибо. Так, птичка, куда бы тебя положить? Ложи на руку. Ага, сейчас она немножко сопротивляется. Надо рассчитать расстояние, скорость ветра, силу броска и... Ой, что-то промахнулось. Ты молодец, Баффи. И спасибо. Попробуй еще разок. Да, сейчас попробую. Только давай, может, уже вкусняшки доставать. Давай. Ой, а это что? Я и не заметила. Это же злой пират Свин. Поставим его на ящик. Баффи, попробуй сбить его, а я достану вкусняшки. Ага, сейчас попробую. Ведь главное размахнуться получше. Оп! Ура! Получилось, Анют, ты видела? Да, молодчинка. Какая классная игрушка. Мне нравится. О, а это что? Это же салфетка. Ну, привет, подружечка. Так, у нас тут в коробке гамбургер, картошка, влажная салфетка. Мне нравится больше сухая салфетка. Ну, это понятное дело. Еще у нас есть фанта и трубочка. Эй, хватит уже жевать салфетку, животик заболит. О, Анюта, лови. Спасибо. Что думаешь насчет этой картошечки? Пахнет неплохо. Дай-ка попробую. Ням-ням, очень даже здорово. А что насчет гамбургера? Что? Фу, мне такое не нравится. Никаких овощей и фруктов нету. Ну, а я, пожалуй, откушу маленький кусочек. Ну да, не совсем маленький получился. Ну а что ты думаешь насчет фанты? Не-не-не, она брызгается в меня. Ну что ж, давай сделаем тогда овощной Хэппи Мил специально для тебя. Овощной? Давай. Только подожди, мне тут подготовиться нужно. Ща-ща, я уже почти готова. Так, ну вот, все готово. Что это у тебя за шапочка новая такая? Морковная шляпка. Баффи, она классная. Кто согласен, ставь лайк. Ребята, а нарисуйте для меня еще какую-нибудь прикольную шляпку и пришлите в группу ВКонтакте. Спасибо. Ну что ж, давай приступим к приготовлению морковных палочек. Но пока я их порежу, угощайся. Ага, спасибо. Но я, пожалуй, подожду палочек. Ух ты, смотри, из одной морковки получилась целая пачка. Выглядит она очень прикольно. Ну что ж, Баффи, выбирай, какое блюдо тебе нравится больше. Думаю, что картошечка получше будет. Ага, я поняла, хорошо. В этом раунде победила картошка фри. Теперь очередь гамбургера. Фу. Вкусненько, не знаю, что тебе не понравилось. Возьмем яблочко и отрежем чуть меньше половинки. И тут серединку тоже обрежем. Вырежем косточки, чтобы они не мешали. И отрежем кусочек снизу, чтобы наши типа булочки устойчиво стояли. Теперь положим листья салата. Вот так.
и вместо котлетки возьмем помидорку. Отрежем достаточно толстое колечко. И, думаю, наш бургер готов. Баффи, что думаешь? Вот этот бургер мне нравится. Он классный. Так что счет 1-1. Окей, теперь напитки. Фанта против морковно-яблочного сока. Ну-ка. Мне уже нравится этот запах. Подвинь-ка мне сюда эти стаканчики. Держи. Какая вкуснятина. Это правда очень вкусно. Ням-ням-ням. Ну так что, оценивай. Счет 2-1 в пользу овощного Хэппи Мила. Хорошо. Ребята, ставь лайк, кто тоже любит больше сок, чем газировку. Давайте подведем итоги. Морковные палочки тоже очень вкусные, так как морковочка сама по себе очень вкусная. Бургер выглядит неплохо, но я бы ела эти продукты все же по отдельности. Или в салатике. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, ходите ли вы в Макдональдс, и если да, то что вам в нем нравится больше всего? Ну а на сегодня все. Всем пока и до скорых встреч! Эй, стой! Какое пока? Вот тут кнопочку подписаться не забудь нажать. Ага, вот тут. Смотри, а рядышком колокольчик жмякни, чтобы не пропустить новые серии. Нажали? Ну вот, теперь всем пока и до скорых встреч!